С точки зрения здравого смысла и науки, мне кажется, давным-давно уже все понятно, как существует наше тело и наша душа. У нас есть, существует проводящая система сердца и проводящая система твоего тела. Это системы, которые проводят электрические нахрен импульсы по твоему телу и по сердцу. Вот здесь, в этом месте, где находится синоатриальный узел, самозарождается вдруг, благодаря оси Земли, магнитным ее полям, присутствию Луны и нахождению именно в этом месте в пространстве, электрический какой-то импульс. У нас, у всех живых существ существует сердечная деятельность, наша возможность здесь существовать, порождая вторые электрические сигналы, которым я двигаю тело и совершаю поступки. Это мои силы, силы воли, любви и разума. Ну так почему же в моем теле возникают электрические разряды? Потому что я раздражаюсь и возбуждаюсь, говорит нам наука, которая видит меня некой такой амебой, которая возбуждается или раздражается, стукаясь об окружающий мир и из-за этого производя электричество в своем теле. Электричество в нашем теле, говорят нам ученые, возникает благодаря электрическим потенциалам, конденсаторам и генераторам. Вот здесь катионы с анионами меняются местами и хлопают им натрий калий. Так это же как прекрасно! Да кто все тот, кто все это заказывает? Где тот, кто платит? Где тот, кто включает и выключает рубильничек? Наше тело, как лампочка, оставляет после себя звуковые, силовые, электромагнитные волны в виде таких полей в бесконечность, в волновом мире. Мы продолжаемся после себя в виде электромагнитных полей, в виде тех самых кож, пяти оболочек человеческой души, о которых говорят наука. Вслед за солнцем на планете Земля мы летим по прекрасной, прекрасной, замечательной и вечной орбите под названием спираль, оставляя после себя тоненькую ниточку, тоненькую полосочку себя волнового, простирающегося во времени. Если ты поешь ом, ты оставляешь после себя звуковые волны. У тебя есть мышечная энергия, у тебя есть звуковая, тепловая энергия. Ты летишь в пространстве, оставляя за собой тоненькие полосочки электромагнитных полей. Абсолютно по-разному, перекликающимися друг с другом. Электрические приборы, создающие электрические сигналы больше, чем создаю их я. Приборы, которые создают электромагнитные поля больше, чем мои, не позволяют мне сохраниться сейчас тем, кем я есть, растворяя меня в огромных электромагнитных, в звуковых и других полях, которые сейчас летят вслед за солнцем по орбите.
Ай-яй-яй, что же мне делать? Мое электромагнитное поле растворилось в бесконечном нынешнем. Если у нас возможность чувствовать электромагнитные поля других людей, других существ вокруг нас, коров, близких, нет, мы не знаем, потому что мы живем внутри огромных электромагнитных полей. Внутри огромных электромагнитных полей. Современный мир полный электрических импульсов не позволяет мне дальше продолжаться здесь. И насколько это важно, может быть, там, жить где-нибудь в горах, становится теперь абсолютно понятно. Но смысл медитации не в том, чтобы изучать или страдать о том, что уже создано, о том, чтобы обратиться к тому, что заказывает весь этот прекрасный танец в твоей потенциальной энергии. Как это делать? Как познавать свою потенциальную энергию? Как начать чувствовать свое сердце? Начать ощущать новые ощущения внутри твоего тела? Возникать электрические разряды, новый вид, который и есть твоим психическим процессом. Мы обращаемся сейчас к новой типе лекции, что двигает твоими психическими процессами и как почувствовать их своими ощущениями. Соединение где моего потенциала и того, что я создал как человека сейчас. И это место находится в сердце каждого человека. Как это сделать? Почувствовать, испытать это, совершить чудо чудесное, создать внутри себя электромагнитные волны нового качества, ощутить абсолютно новые ощущения, как завещали исихастические старцы. В лекции мы узнаем, как почувствовать и соединиться в этом чувстве со своим Творцом. Добро пожаловать!